Все. Добрый вечер, зрители. Вот мы делаем вино домашнее. В данном случае делаем его из груш. На самом деле можно использовать любое сырье, то есть не обязательно груши. Просто в этом году на даче был очень большой урожай. Вот смотрите. Вот. Вот что нужно вообще для домашнего вина? Необходима какая-то емкость. В данном случае мы используем пластиковую емкость из именно пищевого материала, пищевого пластика, который не вступает в реакцию с нашими грушами. И необходимо либо ягоды, либо яблоки, либо груши. А потом что нам нужно? После того, как мы порезали все это дело, в идеале вообще лучше вот из этих груш сделать сок и сок залить, можно даже разбавить водой, из этого сока уже делать вино. Я уже так делал, было хорошее вино получилось. Мне просто лень перерабатывать сейчас эти все груши, я решил их все порезать и засыпать в эту емкость. Потом нам нужно вот 10 килограмм сахара. Вот он, сахар там стоит, 2 мешка по 5 килограмм. А мы все это дело засыпаем в эту емкость, засыпаем сахара, наливаем воды до нужного уровня, вставляем и делаем, ну, такой клапан, чтобы не попадал кислород и газы у нас при брожении уходили. Либо можно вставить трубку, опустить ее в воду. Некоторые натягивают перчатку наверх, некоторые делают специальный клапан. Ну вот, как-то так. Ну ладно, удачного вам приготовления домашних вин. Все. Добрый вечер, зрители. Вот мы делаем вино домашнее. В данном случае делаем его из груш. На самом деле можно использовать любое сырье, то есть не обязательно груши. Просто в этом году на даче был очень большой урожай. Вот смотрите. Вот. Вот что нужно вообще для домашнего вина? Необходима какая-то емкость, ягоды, либо яблоки, либо груши. А потом что нам нужно? После того, как мы порезали все это дело, в идеале вообще лучше вот из этих груш сделать сок и сок залить, можно даже разбавить водой, из этого сока уже делать вино. В данном случае мы используем пластиковую емкость из именно пищевого материала, пищевого пластика, который не вступает в реакцию с нашими грушами. И необходимо либо, я уже так делал, было хорошее вино получилось, мне просто лень перерабатывать сейчас эти все груши, я решил их все порезать и засыпать в эту емкость. Потом нам нужно вот 10 килограмм сахара. Вот он, сахар там стоит.